Добрый день, уважаемые подписчики, рад вновь приветствовать вас на своем канале Relion SEO. Сегодня у нас на очереди последняя часть обзора проекта CryptoBits, в которой мы непосредственно поговорим о whitepaper данного проекта и о команде данного проекта. Напомню, что в прошлых частях обзора мы говорили о том, что данный проект себя представляет, поговорили об SEO, как инвестировать в данный проект. Сегодня я предлагаю вам поговорить немножко о команде проекта и о whitepaper. Команда проекта достаточно профессиональная, в команду проекта входит несколько десятков людей, ведущих так называемых управленцев. И, конечно, есть и обычные служащие, обычные сотрудники, которые занимаются обычной работой. Основные из них представлены здесь на сайте, с ними вы можете ознакомиться, кто они, что они из себя представляют, чем они занимаются в данном проекте. Можете получить о них полную информацию, нажав на значок «Information». То есть здесь цифровой маркетинг-консультант, вся информация о нем, что он из себя представляет. А также ссылка на его профиль в социальной сети LinkedIn и описание, кто он такой, чем он занимается в данном проекте. То же самое и с советниками, можете почитать о них информацию, а кто они такие, что они из себя представляют, чем они занимаются, в каком плане они адвайзеры в этом проекте и посетить их профили в социальных сетях LinkedIn, у кого-то еще есть Twitter. Ну и также хочется познакомить вас непосредственно с whitepaper'ом проекта, посмотреть, что он из себя представляет, какая информация в нем представлена. Сейчас он у нас прогрузится. Так вот, как вы видите, наш whitepaper прогрузился. Здесь у нас вся представлена информация. То есть видите Table of Contents, содержание данного проекта и все описание данного содержания. То есть здесь можно выбрать интересующий вас раздел. А перейти на данный раздел, например, познакомиться с Solution Ecosystem, познакомиться с технической спецификацией, познакомиться с roadmap, познакомиться с самим SEO, с командой проекта и так далее. То есть выбираете интересующий вас раздел и переходите к данному разделу. То есть, например, можем посмотреть информацию по картам, что они из себя представляют, как они будут выпускаться, для чего они будут, как будут использоваться кошельки, как будет работать биржа и так далее. То есть видите, что полная информация по всем этим вопросам представлена здесь на сайте. То есть сейчас на каком-то из вопросов отдельно я останавливаться не буду, потому что это займет очень много времени. Здесь вы можете найти интересующий вас раздел через содержание и уже перейти к данному разделу, ознакомившись с информацией, которая в нем предоставлена. А на этом все. Спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели мой обзор. Еще раз напомню, что на данный момент проходит предварительная распродажа, которая закончится через 30 дней. Присоединяйтесь к распродаже, на данный момент уже собрано более 2 миллионов евро. Инвестируйте в данный и перспективный проект и зарабатывайте вместе с ним. Всего доброго и до новых встреч.